Итак, третий этап. Отправляюсь в закат. Итак, оба твоих товарища по команде отлично выступили. Ты же моё настоящее секретное оружие. Только им об этом не говори. Хотя, возможно, загадывать на победу еще слишком рано. Как говорится, цыплят в одну корзину не сажают. Не так эта поговорка звучит. Магнус на связи. Цыплят яйцами не кормят? Ладно, неважно. Первый отрезок твой, Магнус. Вперед и ни пуха, ни зерна. То есть ни пера. Чип Маги шутит. Давай прогреем резину и попробуем обогнать 5 автомобилей и при этом не потерять ни одной позиции. Окей. Обогнать 5 на прогреве. Автотормоз подрубаем. И поехали. Позиция не указана. Так, аккуратненько. Объезжаем эту толпу. Опасный поворот тут. Тяжело было стартовать на нем. Все время врезался в кого-то, если едешь на большой скорости. Так, 5 осилили. Дальше на обгон. Сато. Акура. У него в прикольном цвете раскрасе. Так, 15. Залетаем. Вираж. И обгоняем Брейда на его Бентли. Дальше кто у нас там? Ахмед, наверное. Что-то не подсвечивается. А, это Оборн. На бэхе едет. Так, перемещаемся под финиш. Никого не видно впереди. Так и Ахмеда не было видно. Завершаем вторыми. Почти 10 секунд отрыва у него. Нифига себе, он там разогнался. До меня столько разговоров про это твое проклятие Райлендера доходило. В моей команде политика строгая, никаких проклятий, заговоров и прочего зловещего колдунства. Пусть этим ваши соперники развлекаются. Просто делайте, как говорю, и все будет хорошо. Мы немного откатились назад, надо наверстать упущенное. Постарайся проходить круги за минуту 3-4. Налегке. 2 круга.
У нас рекорд минута 27 вроде. Запас ей имеется. Когда мы там откатились на пятую позицию. Не так уж далеко. Так, время пошло. Здесь на 160 заходим. Здесь добавляем на 110 где-то. Да, 120 маловато. То есть многовато. Здесь на 130 вытормаживаем. 125. Здесь на автотормозе можно даже проходить. Так, опасная развязка поворотов. Воу, там Сантос быкует. Щемил там кого-то или по второму кругу, или кого-то протаранил. Борьба за позиции жесткая. Так, Борн, обойдем тебя. Есть. Так, и перемещаемся вперед. Да, Багона, если догоним Ахмеда, он там уже появляется. И на затяжном повороте Ахмеда обнагнали. И идем на Багон. По позициям условий нету. Завершаем, по идее, первыми. И рекорд таки остается, минута 27. Даже минута 26, 996. Круто. Хотя завершили. Было показано минута 27. Трасса называется шоссе Магнус, а не бульвар. Доведи мне среднюю скорость до 221,3 км в час. Постарайся обогнать еще 4 соперников и при этом не дать обогнать себя. Понятно. И ехать на полную. Ахмед скатился куда-то. И мы не за шестыми. Выезжаем. Среднюю скорость сразу набираем. На запас. Уже вечер или ночь. На обгон первый есть. Тёрнер. На поршике 125 добавляем и красиво обходим. Сато на своей акуре. Луна
сквозь асфальт светит. Сзади не светит. Так, Континенталь, Бентли. Тоже объезжаем. Четыре из четырех есть. Идем на следующий круг. 238 в запасе. Борн. Кто у нас впереди тут? Первый вроде едет. Хотя он не подсвечен. Это по второму кругу. Кто-то был на ламбе. Второму кругу, ребята, появляется Макларен. Так, и походу впереди никого нету, что ли? Так, опять луна сквозь этот светит асфальт. Бах, это так и не справили. Или все 20 сбавляем. Тут может и можно на полный газ заезжать. Но что-то стрёмно. Хотя никогда никого нету на правильной траектории. Можно попробовать. Так, 235,5. Завершаем. Эй, кажется, я Ахмеда видел. Больше ни слова. Так, погодите, если у вас двоих вражда или что-то в таком духе, я мешать не стану, только не поплавь резину, пытаясь его догнать. Ничего не понял. Сейчас посмотрим. Обгоните Ахмеда на износе резины. Спидвей ночь. Стартуем пятыми. Так, четырех видно. А Ахмеда не видно пока. По тормозам. Так, что за столб? Столкновение. Аборт. А это кто у нас тут? В этом классе едет Романа. Так, вот он Ахмед. На Порше. 125 заезжаем. Так, тут обгоним. Есть. Даже не надо доезжать круги. Порядочек. 56 секунд. Уложились. 56.056. Четкое время.
Завершаем третий этап. По наградам. 10 голды. Сорок тысяч. М-бакс. Так ты прям приехал, Ахмед. Заведи-ка автомобиль в боксы, пока на куски не развалился. Хорошо проехал, Магнус. Отличную команду мне удалось подобрать. Теперь ступай, залезьте энергетиками. Или чем там вы заправляетесь в перерывах между заездами. Могу померить... Могу помереть от передозировки магии, так что, пожалуй, просто помедитирую. Главное, чтобы помогло, приятель. До встречи через несколько часов.